Ситуацию с распространением наркотиков на Орловщине глава региона охарактеризовал как стабильно напряженную. Сегодня на областной антинаркотической комиссии проанализировали показатели прошлого года. Отмечалось, что в 2020-м в регионе возросла выявляемость наркопритонов и очагов дикорастущего наркосырья. Объем изъятых из оборота синтетических наркотиков тоже вырос. По словам губернатора, нельзя допустить, чтобы наркосбытчики в своем криминальном бизнесе оказывались на шаг впереди правоохранителей. В борьбе с наркоугрозой мы должны использовать максимально все возможные ресурсы, четко реагировать на возникающие вызовы, в том числе современные, с учетом использования информационных технологий, учитывать, что реклама и сбыт уходят сейчас активно в интернет, и здесь необходимо уделять особое внимание контролю и работе в киберпространстве.